превращение в койку? Задницу не отбил? Нормально. Какой у тебя брык? Чё, всех на счёт тянет? На десятый. Десятый? Тебе кто затяжной позволил? Мне камикадзе не нужны! Да сниму с прыжков! Да ладно, Петрович, все нормально. Ну как дела на земле, Петя? Стреляют повсюду. А особенно в Африке. Вечером дождь обещали. А, в Сетвал маньяка поймали. Скучно на земле, Петя. А на небе? Порядок. Не открывает. Говорит, здесь родилась, здесь и помрет. Случай типичный. Торгуется, не хочет Колпина. Говорит, только вам откроет. Какое зовут? Секундочку. Вот. Так. Софья Захаровна Успенская. Как? Успенская Софья Захаровна. Софья Захаровна. Что надо? Это я, Гордин Борис Михайлович. Вы меня звали. Здравствуйте, Софья Захаровна. Ну, здравствую, вопреки таким, как ты. Встань к свету. Дожили, значит. Любимый ученик свою учительницу из родного дома гонит. Работа такая. Коммуналки ремонтируем. Продаем. Знаю я вашу работу. Я не хочу, чтобы в моем родовом гнезде бандиты жили. Специально для вас. Двушку сделаю. Поближе к центру. По блату, значит. Ну, хорошо. Слышала про родителей твоих. Помер. Лавина. Оба погибли. Должен был с ними идти. Не срослось. Лучше б пошел. Это кто? Вы? Да ну что ты. Это бабка моя. Вероника Листовская. Между прочим, кинозвезда. В немом кино играла. В 22 года от тифа умерла. Красивая у меня бабка. Понравилась? Другие раньше женщины были. С другой планеты, что ли? Вот вредная старуха. Уперл сроком. Свет ей можно вырубить. Пусть при свечах поживет. Сразу запросится. Борис Михайлович, а может и того? Есть тут у меня знакомый. Жила старушка, раз, и нет старушки. А ты сам сделай. Вернись и сделай.
что сделать? Придуши. Можно руками, можно подушкой. Воля тебя, и Богу волю, душегуб ты, Петухов. Ты не очень. Служба, деволя. Знаю я вашу службу. Ладно, иди. Принесла? Чай, вот сигарет. Я тебя спрашиваю, была у адвоката? Была. Ну? Просит 10 тысяч. Рублей? Если бы. Достань. Где такие деньги достанешь? Ну, не знаю. Банк обнеси. Делай, что хочешь. Спаси, мать. Ты же знаешь, не виноватая я. Виталик подставил. Подлец оказался. Сама подставилась. Сколько этих Виталиков было? А так? Ну, суди, мать, суди. Вдову суди. Простить не можешь. Не могла я одна. Чего молчишь? Думаю. О чем думаешь? Как банк ограбить? Ладно, пойду. Спаси меня, доченька. Спасу. Ну чего уставился? А что, и посмотреть нельзя? Нельзя. Эх, голуба, 4 года без женской ласки. Освободился? Вчистую. К новой жизни, к новым горизонтам. Веришь? Один раз даже вены резал, чтоб к медпуп попасть. Была там одна медсестричка. А? Так вот, только чтоб на нее глянуть. Сама идет. А груди под халатом так и ходят. Посмотрел? А у тебя в зоне кто? Муж? Мать. Много впаяли? 5 лет. Слушай, шел бы ты вот сколько мест. Обижаешь? Обижаю. Ладно. Я обиделся. Фишки у трансмашинвеста гнилые, Борис Михайлович. Поправку на индекс нужно взять. Котлов на проценте играет. Его так просто не закрыть. Хорошо, соображение еще есть? Для старушки с Маховой двухкомнатную найди, поближе к центру. 3 дня сроку даю. Понятно? Сделаю, Борис Михайлович.
Все, все свободны. Террористы грозятся бомбу сбросить на Вашингтон. Атомную? Ее. Но это не скоро. Ну, хрен его знает. Скучно, Петя, скучно. Петя, я на Луну хочу. Или на Марс. Там же вообще жизни никакой нет. В самый раз. Что? Ключи принес от новой квартиры. Оп. Держи. Нет еще. Ищут Софью Захаровну. Чаю со мной попьешь? Да. Проходи. Я вам какую географию давала? По учебнику. Я же вам не говорила, что у каждого человека своя география. Боря! О чем я сейчас только что говорила? Про географию. Красивая у вас бабушка была. Очень красивая. Глаза у них, у людей того времени, особые были. Живые глаза. Не суетные. А могу я эту фотографию взять на время? Я верну. Зачем она тебе? Не знаю. Не знаю. Не горюй. Не плачь, не сетуй, не стани. Все зло упрятано в печали, ведь не затем тебя зачали, чтоб ты в тоске провел все дни. Есенин? Зачем же? Я сам написал. Еще и прозу могу. Какую прозу? Ох, чего только не писал, всего не упомнишь. Корешам такие малявы писал, это было, да. Милая моя незнакомка, здравствуй. Пишет тебе невинно осужденный Зубов Андрей. По поганой кликухе Зуб. Холодными вечерами часто видится мне. Ты чё смеешься? Куда едешь, писатель? Да так, все равно. Ты-то где выходишь? В Листове. Ну, значит, и мне в Листов. С тобой. Я тебя не звала. Ну, так позови. Ты что думаешь, я одни письма писал? Нет.
Просто представь себе. Утро. Волга. Туман. Вообще, весь фильм хочу снять в тумане. Весь этот. Россия. 16 век. Время очень смутное, темное. Все городки в округе, естественно, присягают Лжедмитрию. И только воевода Бабарыкин категорически против. А за Бабарыкиным всякий не шмыкнул. Короче, заострена стержень. Боль, ну как ты не понимаешь? Это... Mm-hmm. Вот это да. Это ж Листовская. Никогда такой фотки не видел. Где взял? Неважно. Звезда? Гений. Звезда. Сколько народу из-за нее с ума сходило. На дуэлях пострелялись. Там сам Ханжоков там. Такая история. Фильмы с ней остались? Не знаю, может, какие-то там обрывки где-то в архивах там. Надо искать. Зачем тебе? Я сам не знаю. Достанешь? Слушай, она не так-то просто. Полтинника хватит? Конечно. Ну так, по самый обрез. Слушай, ты что себе, штаны не можешь нормальные купить? Я ж тебе деньги давал. Опять проигрался? Борь, ты не поверишь. Вот только начал выигрывать. Деньги кончились. Точно. Блин! Извини. Ты живешь тут? Живу. Так тут же армия. Была. Полк был танковый, теперь никого нет, все ушли. Одна живешь? Одна. В этой комнате будешь спать. А ты где? А я в своей. Не понял. Что тут непонятного? Ты меня зачем привела? Для совместного любовного проживания, так? Нет, не так. Обижаешь. Я тебе что, собачонка бездомная, а? Привела, накормила, коврик постелила? Не, не пойдет. Так довали отсюда. На дорогу выйдешь, первый автобус через час. Спокойно.
Ничего так мягко. Знаешь, как надоело на жестком спать. Слышь, а ты меня не боишься? Я ничего не боюсь. Но остаешься? А куда деваться? Тогда выйди, я тут приберу. Ага, понял. Я лежу на казарменной шконке, пайку хлеба делю на троих. Все? Есть еще одна часть из «Роковой страсти». Ну, неси. Ну да, сейчас. Хорошо. Скажи. Конечно, хорошо. Была. Да все вышло. Да, мам. Теперь таких нету. Не может быть. Что не может быть-то? Чтоб таких больше не было. Найди мне точно такую же. Сотым номером в твой гарем? Первым. Слушай, ладно шутки шутить. Не твое это дело. Дурака валять. Это ж я при тебя, шут гороховый. А ты у нас богатый и умный. Тебе не положено. Я серьезно. Найдешь Листовскую, получишь деньги на фильм. Снимай свой шедевр про Бабарыкина. Че ты издеваешься? Грех это. Издеваться над бедным служителем МУС. Повторяю, для тупых и умственно неполноценных. Найдешь Веронику Листовскую, снимаешь кино. А ничего, что она умерла 83 года тому назад? Не тебе косточки доставать? Не пошли. Сережа, не надо пошлить. Мне нужна копия. Угу. Живая копия. Двойник. Она должна быть. Всему в этом мире есть копия. Замечательная у тебя дочка. А мужик скотина. Чего так? Представляешь? Он мне бабу черно-белую из немого кино заказал. Да. Призрак, покойницу. Совсем он у нас, Светик, того.
Извини. А может, его в дурдом отправить? Пусть там подлечат. И тебя вместе с ним. А меня чё? Он заказал, а ты искать будешь. Какая разница? Да ну вас всех. Серый где? Уехал. Задание твое исполнять. Молодец. Это точно. Красивая женщина. Красивая. Хочешь их? Хочу. А меня бросишь? Брошу. Совсем? Совсем. У тебя новый проект? Чей сценарий? Да нет там никакого сценария. Просто Боб. Сейчас. О, попросил найти актрису. Угу. Похожую на Веронику Листовскую. Зачем? Там понятия не имею. Вот негодяй твой Боб. А ты при нем шут и раб. И сводник. Он денег обещал дать на кино. Вот я и говорю. Ты при нем шут и раб. За деньги. Не знаешь, когда пробы? Говорят, сегодня. А фильм-то как называется? Ой, понятия не имею. Биографический, а какой-то Вере Листовской. Говорят, она не умерла, а ее чекисты убили. Она главному отказала в Одессе, ее убили. Наверное, фильм об этом? Ой, девочки, какая разница, умерла, убили. Нам-то кушать надо. Вот все дела. Все, ну плохо это, очень вяло.
Солнышко, страсть мне дай. Сыграй мне страсть. Он же тебя бросил, правильно? Да. Да ты застрелиться готова. Ты жизни себе не мыслишь без любимого человека. Все. Ну, смотри, на, держи. Показывай один раз. И все. Попробуй. Так, пистолет дайте. Сергей Леонардович, вот. Ну, ей, наверное, не мне. А он не заряжен? Так. Твою мать. Послушайте, ребят, мне платье расстегнулось. Сейчас. Начал делать винтовые сваи. Брать будем? Где? Когда? Сколько? Я пока не знаю. Вот узнай, потом спрашивай. Понял. Так точно. Извините, забыл отрезать конец. Ну, как тебе? Катя Дворцова как будто похожа. Как будто. Пустые девки. Вот здесь пусто. Нету ничего. Ищи, миленький. Ищи. Найдешь, я на ней женюсь. Ты что, шутишь? Он не шутит. Он женится. На мне не женился. А на той женится. Так все невесты со страстями кончились? Померли давно? Народ нынче холоднокровный пошел. Ну, где я тебе настоящую Листовскую найду? Твои проблемы, серенький. Только твои. Боря! Боренька! А как тут это... Боря! Боря! Борь! Жора! Жор! Нужен двойник. Покажи ее на экране и скажи, нужна такая же, и все. Во-первых, Серый, у меня и рубрики такой нету, еще двойника. А потом, кто ее знает, это твою Листовскую? Вот если бы она была Мэрилин Монро, или... Здравствуйте, батеньки. Или... Тогда другой день. Здравствуйте. На кой черт она тебе сдалась? Здравствуйте. Нужно, Жора, нужно мне. Серый. Неужели? Случилось? Состоялось? Как там у тебя было? Все городки в округе присягают Лжедмитрию. Только один воевода Бобрыкин. Бобарыкин. Бобарыкин против, а с ним и город Кинешма. И за острова на стрежень
На простор речной воды. Пошел ты к черту. Выплой. Как мимо. Дебилы. Ну давай, поехали к твоему генералу этому. Ну, маленький мой. Но. Дядь Сень. Да. Сеня, подождите. На, уходи. Ну, что там у тебя? Да не у меня, вот у него. Господи, я давно говорил тебе, что надо посадить этого твоего гения. Ну... Ты серый тунеядец. Понимаешь, я бы снова ввел закон против тунеядцев. И тебя бы посадил. Ну и сажай. Нашел чем испугать. Между прочим, творческий человек хотя бы годик должен посидеть в тюрьме. А пожизненно не хочешь? Пожизненно не хочу. Ну ладно, что там у тебя? Вот. Ну, вот-вот, смотри. Нужно объявить в розыск. Так. По всей стране. А кто это? Ну, те, какая разница? Ну, преступница одна. Что за жестко? Ну, вроде того. Дело сложное. Ну вот, нормально? Дело очень сложное. Столько хватит? Вполне. А где данные-то? Фамилия, кличка, место рождения? Значит... Фамилия Листовская. Угу. Родилась в Одессе в 1893 году, кажется. В каком? В 1893. Здрасте. Давай. Возьму на испытательный. Зайди потом. Дам бумагу для ментов. Спасибо. Ну чего, долго тебя ждать? Опаньки! За что сидел? 158-я. Свет в поселке вырубил. Зачем? Ребята попросили. А им зачем? Они магазинчик обобрали. Барахлечко там разное. На ящик водки-то не хватило. Я и вырубил-то на полчаса. Успели, значит, за полчаса? Успели. Хорошо там наверху. Сверху совсем все иначе. Так бы там и жил. Thank you.
Угнался кто? Дюжина чертей, они всегда за нами гонятся. Не понял. Вам бы, Борис Михайлович, все-таки охрану. Ну, чтоб всегда рядом, а то... А черти Петру охраны нет. На то не черти. Купился? Рядом с вами. Ага. Поехали. Ага. Ты чего, Броня? Сосны от осины отличить не можешь? Что ты здесь осину-то видишь? Где покажи? Да вот она! Нет ее! Поговорить надо! Говори скорее, только быстро, мне некогда. Ты был в полиции? Был. Там твой образ на стенде. Какой образ? Такой. Фотографии, их разыскивает полиция. По всей стране, как опасную преступницу. Твой образ, точно зуб даю. Да не шучу я. Смотри. Смотри, смотри. Ты натворил за то, что... Надо когти рвать. Когти рвать надо. Они увидят, что тебя... Нет, они новую фотографию повесят. Тебя что, все знают? Надо в Москву, надо... У меня знакомый редакторша в Москве. Она поможет как-нибудь. Знаешь, в большом городе не найдут. Дурак ты. Не я это. Похоже очень, но не я. Повесь на место. Да одна ряжка, ты смотри, смотри! Углажки, ряжка, у меня лицо повесь, тебе говорят. Топает. А это ты. Снова цветочки принес. Тортик, значит, снова будем чай пить с твоим тортом. Ну, говори, зачем пришел? Фотографию принес обратно. Не ври. Я тут парашютным спортом занялся. Каждый раз прыгаю, думаю, дергать кольцо или нет. Жизнь надоела? Надоела. Это бывает. От денег, власти и славы мира человек не знает. Ну что, она? Точно. В камеру сажать? Иди, Приходько. Положи на стол и иди. На стол положи и иди. Слушаюсь. Приходько, иди. Садись, Петрова. Садись, я сказал! Ты чего кричишь, дядя Сеня? Я тебе не дядя Сеня.
а товарищ капитан. Как мать? Плачет все. Хочет, чтобы дело пересмотрели. Раньше надо было плакать. Теперь еще и ты. Ну что ты этого Рукагана пригрела? Сама не знаю. Не знаю. Дура. Ну, я с тебя все-таки подписку возьму, а не выезди. Добери, куда мне ехать. Да, действительно. Некуда. Очки-то Тамаркины? Есть такое. Дело есть. Проспишь утром на работу. Не просплю. Ну, чего? Ничего. Мои полиции меня стережет, так? Так. Черт, курево забыл. Подожди, я прихватил. Заботливый. Ага. Ты так и не сказала, сколько тебе денег надо? 10 000 зелеными. Ух ты. Зачем? Тебе какое дело? Отдай это. Ты же сама говорила про банк. Есть идея. Че, совсем? Отдай это. Ты же сама... Ладно, а что, я готов. Для любимой. Ладно, садись. Голову рубить будешь? Нет, кое-что другое. Я тогда не согласный. И вообще, я тебе кто? Щенок на коврике или ежик на столбе? Я человек. Я мужик. Изюм ты. Анна. Ты теперь понял, как у нас работает спецслужба? Понял, товарищ генерал. Ой, да. У него есть что-то такое, да? Соображает. Парень-то понятливый. Хоть я понял, слава богу. Ну что, адрес наоборот. И вперед. Спасибо, дядь Сень. Спасибо. Спасибо, Сень. Тебя!
Потрясающе. Не может быть. Потрясающе. Фантастика. Вы кто? А, сейчас. Сейчас. Вы журналист? Да не надо меня снимать! На секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Не надо. Ну, ручку убрала. Уйдите, а? Вот. О! Грандиозно. Кофе. Фантастика. Все, все. Ну, один в один. Матрица. Матрица. Все, поехали, поехали. Угу. Бинго, 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 бинго. Обалдеть. Стой! Стойте! Кто вы такие? На каком основании вы с чужого человека съемку делаете? Стой, Изюмов, ты что ли? Я. Бегло или срок закончился? Да нет, отсидела свое. Я вас не узнал сразу. Да ладно, знакомься. Талантливый парень, Изюмов Игорь. Такой хороший рассказ написал, что пришлось напечатать. Нет, я вообще-то не Игорь, меня Юра зовут. Да, какая разница? Слышь, Юра, давай, писатель, садись в машину, поговорим. Давай, 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 давай. Ты пойми, парень, для него это так, Блаж. Для него миллионом больше, миллионом меньше. А тут такая удача. Бинго! Ты чего, писатель? Ты что делаешь-то? Ты что делаешь? Ах ты! Алло! А, стой! Стой, я тебе сказал! Стой! Нервный, однако, паренек попался. Стой! А то в речку брошу! Ага! Со мной к пятам пойдете! До выяснения! А то есть что удумали! Сволочь какая! Ну, Изюмов! Хорошо. Хорошо. К ментам? Так к ментам. За миллионы все дела. Как рабу себе покупают. Понимаете, это они ее в розыск как преступницу. Да их самих за это надо. Стоп. Миллион нашими? В баксах. Это кому такое? Да вот ему, на кино. Он всю жизнь мечтает снять там кино про какого-то воеводу. Бабарыкин. Вероника на нее похожа, понимаете? А его этот богатый друг, этот он ее иметь хочет. А Вероника похожа на эту какую-то там Глистовскую. А этот друг его полюбил там эту покойницу. А Вероника тут при чем? Глистовская — это хорошо. Но это что выходит? Это выходит, что этим, соответственно, миллион, а нам что? Это что, мы разыскные мероприятия зря, что ли, проводили? Начальник, да что такое мельче? Я же тебе говорю, они как преступницу в розыск объявляли. Они же покупают живого человека. Они, может, потом за бугор на органы вообще черти переплавляют. Ну, сердце там или селезенку. Слушай, что ты-то гоношишься? Ну, а что? Что ты? Ты же вообще сбоку припеку. Говорил, что он ее жених. Жилец он, а не жених.
Он вчера только отсидел. Ты чего, под суд хочешь по новой? Ключики отдай. Ключики. Людям отдай. Ну вот, и все. Изюм. Идем же. Писатель. Вот таким вот макаром. Как же так? Выходит, им можно все? Я в газету сообщу. Это полный беспредел! Пиши. Пошел вон. Работа есть, крыша над головой есть. Че тебе еще надо? Стой. Вот сюда сядь. Слушай. Отец у Вероники в Чечне погиб. Мать на складе работала, на базе. Долго не плакала. Нашла нового. Один, второй, третий. Очередной ее втянул. Я в дело не вникал, но, в общем, дали ей срок. Была там ее вина? Нет, не знаю. А Петрова теперь почти все деньги отдает в счет ущерба. Квартиру в городе продала, сюда вернулась, в офицерскую общагу. Собирается на доследование подавать, а это дело без капусты так не провернешь. И тут такой фарт. Не путайся под ногами. Уйди, иначе я тебя отправлю туда, откуда пришел. Понимаешь? Ты что хочешь? Чтобы она себя продала? Живую душу продать! Ты мне не тыкай! Закрой дверь с другой стороны. Светку любишь, жену друга невенчанную любишь. Я знаю, а меня не любишь. А Светка Дульциная твоя, а живешь со мной. Тебе со мной удобно и приятно. Перестань. Как бы нам поехать, а? Как? Стакан бензина. А без стакана бензина никак. Сережа, давай поговорим. Поговорим о любви, поговорим. Вот найдем эту девочку, привезем твоему Борьке. Он на ней женится.
ты к Светке под бочок. А я? Я с чем в таком раскладе останусь? М? Ни с чем. Чего тогда тебя вожу-то? Чувствую чисто. А? Ты меня любишь? Есть немного. Только непонятно почему. Ты толстый. Противный. Бездарный. Я не бездарный. Я просто забыл, как это делается. Ты гений. Есть немного. Я тебя люблю. Хватит жрать. Спи, спи. Мы новую ракету с подлодки запустили. Зачем? Чтобы уважали и боялись. Кто нас должен бояться? Все. На лесопилке учетчицей работает. Жених у нее есть. При чем тут жених? Ну что, везти? Вези. Угу. Господи, какие же вы все-таки негодяи. Фарт. Поедешь к нему в гарем, пятой женой. Все же лучше, чем на лесопилке корячиться. Почему это пятый? Ну или седьмой, не знаю. За деньги можно гарем львой организовать. Поможет тебе мать вытащить из тюрьмы. Он-то тебе бабла бабок-то подкинет. Только ты знаешь, ты давай, торгуйся с ним. Богатые любят, когда торгуются. Значит, цена есть настоящая. Чего мелешь? Ты мне объясни, почему одним все, а другим ни хрена, а? Почему такая несправедливость? Ты мне объясни, наконец, по делу. Ты чего орешь? Да чего объяснять? Все у них схвачено, все у них проплачено. Этот, который вчера приезжал с камерой, он тебя за лимон сторговал. Нужна им девушка, похожа на какую-то актрису, которая сдохла давно. А им подавай двойника, так, забавы ради. Сволочи, ненавижу их. Вот увидишь, завтра приедет за тобой. А тебе-то что? Тебе какое дело? Я тебя второй день вижу, ты мне никто. Так, да? Так. Погоди. А молодой он, миллионер этот? Я откуда знаю? Мог бы и узнать. Одно дело, когда молодой. А другое, когда ты какой-нибудь гнилой старикашка с соплей под носом на протезе и одноглазый. Почему на протезе?
Но олигархов этих стреляют постоянно. Взрывают их, покушения всякие. Я не шучу. У этих крутых все схвачено, понимаешь? И мент твой тоже гонит меня. Сказал, что рассунусь он меня на нары по новой. А ты испугался. Дрожу весь. Нет, конечно, если с соплей на протезе одноглазый, это нам не подходит. Как он меня на велосипеде возить будет? Садись. И правда копия Листовской. И похоже, девчонка хорошая. Не пойдет она за тебя. Почему? Ты гнусный, конченый тип. А она ангел. Когда успел? В перерыве сбегал. Все деньги потратил. Нет, чутка осталось. Ну что, гуляем на прощание, девушки. Ты пей, пей. Шампунь, так, не алкоголь, одно баловство. Ну? Будем здоровы. Будем. Скучно у тебя. Хоть бы радио какое-никакое. Я ведь не только в кулак дуть могу, я еще и свистеть умею. На зоне ВВЧ свистел на самоделке. Говорили, художественный свист. Можно вас? Здесь резано за медички. Ага, здесь кровище было. А этот Виталик, он где? Ну, который маму. Где-то живет. Кто его знает где? Все они, сволочи. Мужики. Падлы все, как один. Я его найду и завалю, гада. Ты лучше свищи. Извини. Лишнее это. Между прочим, у нас сегодня юбилей. Ровно 15 лет, как мы живем вместе. И знаешь, каждый день я ждала, что ты мне скажешь. Светик, солнышко, я люблю тебя. Давай поженимся. Каждый день, понимаешь? Каждый день. И ради этого дня я терпела все. Всех твоих баб, все твое равнодушие. Все, с меня хватит. Лишнее это. Ты болен, Боря. Ты серьезно болен. Ты никого не любишь. Ты даже на нашу дочь смотришь так, как будто пытаешься вспомнить, как ее зовут.
Оно не наше. Оно из детдома. Бери это. Давай на работу пора. Как я себе? Красавец. Только порченый. Чем это? Росписью. Ну вот, спроси, какая у меня мечта? Какая? Приезжаю я самолично в столичный город. Сажусь в такси. И вдруг замечаю рядом с ногой чемоданчик такой. Аккуратненький. Дипломат. Выхожу из такси, прихватив с собой дипломатик. Открываю, а там баксы зеленые. Каждая пачка в банковской упаковке. Хочешь? Не, лучше в евро. Они надежнее. Все настоящие. 100 пачек. Каждая по 1000. Хороший. Сон. Ну, а дальше что? Ну, я бы тебе бы все отдал. Не, ну себе бы оставил там малость на компьютер. Нынче каждый писатель на компьютере пишет. Спасибо. За что? За деньги в чемодане. За стихи. Ну и за яблоко. Не старый. Красивый. И богатый. Очень богатый. Мать у меня на зоне. Нет ее вины. Пересмотр дела, нужен адвокат хороший вообще. Ну, это я тебе просто так сделаю, без всякого. Дядя у меня в органах. Это мы легко. Выпустим от твою матушку, а этого он посадим. Меня за что? За сводничество. Уйди отсюда и дверь закрой. Так, давай, давай, давай. Ну, тебе же сказали. Уйди, 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 уйди. Ну, псих у меня, дружок, ну псих на всю голову. Конченый, но в тебя шел себе, в башку, что он влюбился. В кого он влюбился? В тень. Еще и в немую. Тоска у него, тоска, а это значит по спасению. Давай, а? Ты ж проблемы все свои решишь. Нельзя так жить, ты ж понимаешь. Так, все, ладно. Ты извини нас. Поехали. Что? Поехали. Всю жизнь я мечтаю снять фильм. О воеводе Бабарыкине. Всю жизнь. Сколько раз я говорил себе. Сниму хотя бы раз. Что-то для себя. Но не дядина,
Свое, и все, и можно помирать, и все. Поехали. Люди бочку отдают живую, родным, плоть. А тут, господи, фу, ну смотри ты. Девчонка, в дискотеке с другим крутишь флирт. Облетают листки календарные. Сменит дембель дедов на салак. Ты узнаешь, паскуда изменщица, сколько весит солдатский кулак. Поехали. Я отпрошусь на работе. Только сейчас сразу. Едешь все-таки? Еду. К нему? Не знаю куда. Еду и все. Пирожное бывает с ядом, а пайка хлеба – пропуск в рай. Что нам во вред, что нам во благо – не различай, не различай. Слушай, писатель, ты мне никто, понял? Врешь! Я тебе кто? Я? Гордин! Ты чё это? Да так. Привет. Привет. Эй! Чё приходил-то? Куда ты их отвез? К маме с папой. Да не расстраивайтесь вы так, Борис Михайлович. Как там? Баба с возу кобыле легче. Отдохнете. Да они вернутся, ну куда они денутся? Кто кобыла? А? Я кобыла? Я кобыла! Я кобыла! В смысле? Я кобыла! Да куда? На метро!
Угомонились? Полегчает. Да. Алло. Да. Алло, Борис Михайлович, это я, Петя. Вы где? Что вы делаете? Работаю. Роль-то у тебя первая? Первая. Сразу видно. Да ты расслабься, не робей. Ты пойми, туман – это образ времени, смутного, темного времени. У меня там надолго, все время будет туман, туман. Как ты не понимаешь? Да все я понимаю. Класс! Обредили куклу. Он что, дома строит? Борис Михайлович, что ли? А как же? Даем родине квадратные метры. Ну, возводим, так сказать. Да что стройка? Мы с ним служили вместе. Он большого мужества человек. На сегодня все. Борис Михайлович, домой? Привет. Здравствуйте. Куда мы идем? К твоей внучке. Она? Взъерошенный сегодня. Похоже. Лицом да, а что там у нее внутри, Бог знает. 100 лет прошло, люди стали другие. Ты голодная? У меня есть пельмени. Будешь? Буду. Похоже на тебя. Немного. Копия. Встань к экрану.
Нравится тебе? Кто? Актриса на экране. Не очень. Больно много руками размахивает. Замуж за меня пойдешь? Когда? Прямо сейчас. Нет. Правильно. Поздно уже. Пойдем, я тебе твою комнату покажу. Твоя комната. Она запирается? Кто? Дверь. Запирается. Я не умею танцевать. Ерунда, все нормально. Поживешь у меня. Понравится, останешься. Нет, уедешь. Зачем я вам? Не знаю. Пока не знаю. Смотритесь. А ты не очень. Растолстел. Жрать меньше надо и по утрам бегать. У меня же это не от еды. От нервов. Знакомьтесь. Писатель Юрий Изюмов. Садись, что стоишь-то? Что, с ума сошла? А я тебя ждал-ждал и не дождался. Надоело. Поехали домой. А это кто? Сказали же, писатель. А. Ты что думаешь? Все купил и все можно купить, да? Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Не надо. Ты что? Тихо. Ненавижу, падла. Я сам. Тихо. Ребят, ну вы... Гады. Ненавижу вас, гады! Все вы гады! Ну,
Опаньки. Зачем вы его так? Пойдем. Пойдем. Что ты творишь? Что ты творишь? Творю. Что я творю? Он ко мне в редакцию явился, весь в соплях, весь в страданиях. Что мне было делать? Творю я. Что? Скис твой лимон баксов? Хватит жрать уже. Ну, это мы еще посмотрим. Ты у нас такой смелый, такой отважный. Побил бедного мальчика. Герой. Прекрати. Что прекрати? Он тебя, между прочим, тоже побил. Может быть. Угу. Знаешь, в чем твоя беда? Ты разницы не знаешь между игрой и жизнью. Угу. Вот эти вот ребята живут, а ты играешь. Ты, Боря, игрок. Только не в карты, в домино, а в жизнь. А это, дорогой мой, наказуемо. Кем наказуемо? Жизнью. Жизнью наказуемо. Или смертью. Ну что, укатили. Сели на автобус. Там на электричку. И домой. И уплыл мой миллион вместе с моим шедевром. Я плачу, Боря. Я рыдаю. Серый, что ты делаешь? Ну, она же ушла. Вот приснилось мне сегодня, что мы с тобой хоть и не старые, а у нас уже золотая свадьба. Остановка вторая перевалочная. Следующая остановка Каменка. Осторожно, двери закрываются. Докури. А? Стой, ты куда? Одолжите 300 рублей. Мне за такси нечем платить. Так вот ты какая. Похожа. Молодая, красивая.
Все правильно. Я домой. Зачем все это было? Я думал, ты мне во спасение дана. Зачем приходила? Я не знаю. Все деньги. Деньги, деньги, деньги. Проклятые деньги. Понимаю. Хорошо. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Пойдем. Иди сюда, стой. Пойдем. Я записку напишу, что все кончено, что ничего не хочу кончать надо. А? Сделаешь, пожалуйста. Пожалуйста. Потом забирай деньги. Там много денег. Все забирай. Все. Ты скажи, ну, чего ты еще хочешь? А? Домой хочу. Зацепиться не за что. И вдруг эта фотография на стене. И вот такие глаза, нечеловеческие глаза, в которые целая бездна, бездна. Глаза, которые прямо в самую душу смотрят. Я за все плачу. За все. Но понял, что за деньги такие глаза не купишь. Никогда. Что это должно быть? Случай. Подарок. Подарок судьбы. Я понял. Вот она. Вот она. Та соломинка, за которую держаться надо. Вот эта девушка в прошлом веке рожденная. Вот она. Надо. Вот она. А ведь нашли тебя. Но ведь тебя же нашли, нашли тебя. Может, это есть подарок? Может, это есть подарок судьбы? Ну, скажи мне, ну... Ты посмотри на меня, ну...
девушка. Только зря все это. Он что, спятил, твой Гордик? Да он же убьется!